В Санкт-Петербурге начал работать 14-й международный медиафорум «Диалог культур». В этом году в главном штабе Эрмитажном театре 26 и 27 ноября встречается более 400 молодых журналистов планеты. Гостям северной столицы особенно дорога возможность в эти дни не только взглянуть на Эрмитаж изнутри, но и провести фото- и видеосъемки, ведь в обычный день фотографировать в одном из величайших музеев мира запрещено. Не случайно иностранцы приехали в Санкт-Петербург, ведь «Диалог культур» остается одной из крупнейших площадок в России, где встречаются журналисты из более 30 стран. Сегодня, здесь и сейчас, стать частью события желает каждый из них. Я приехал в Петербург, чтобы посмотреть, как работают иностранные журналисты, и конкретно журналисты из России. Я хочу поделиться с коллегами своим убеждением в том, что роль репортера – ярко и всесторонне показать своего героя, а не самого себя. Показывают и обсуждают в Эрмитажном театре авторские материалы, презентуют издания и трансграничные проекты. Международный форум значим как для участников, так и для государств, потому что именно здесь развеиваются стереотипы о странах. Мы живем в эпоху постправды, информационных войн и фейк-ньюс. И, конечно, наши коллеги за рубежом, они иногда через свои СМИ видят нас в несколько искаженном, наверное, плане. Пресса, например, Франции, Германии, Соединенных Штатов, до 95% о России говорит только в двух вариантах. Или плохо, или никак. Через такие форматы, через общение молодых журналистов, вот, когда они собираются, вот, общаются напрямую, смотрят друг другу в глаза, обмениваются опытом, да, можно решить хотя бы часть вот этих вот проблем, и, может быть, снять часть вот этих вопросов. После приветственного слова журналисты сразу начали работу и провели первое заседание. Говорили о цифровых технологиях и новых возможностях в медиапространстве. Без дискуссий не обошлось. Спорили о самых важных вопросах традиционных и новых медиа, а также блогинга. Вопросов очень много, но впереди еще несколько дней продуктивной работы, о которых мы расскажем вам в следующих выпусках. Анна Теплякова, Евгений Горяев, Вячеслав Макаров, медиацентр СПБГУ.